Добро пожаловать на наш маленький квартирник. Сегодня я впервые со своей группой исполню наши лучшие песни вживую. Приятного прослушивания. Одни делают дерьмо, другие играют дерьмо, а мы не в лифте родились. Замок. Дальше замок. Как люди воспринимают... Да Егорыч! У тебя почему это первый куплет, а четвертый? Артём, мне кажется... Смотри туда, а не на меня, и сядь ровно. Давай. У меня был хороший замок. Там проживала группа Funeral Fair и одновременно Irritation. Днем всегда можно было сходить в бассейн на третьем этаже, и группа все время ходила туда купаться. Но, к сожалению великому, в группе стали приставать бомжи. С каждым днем бомжей все больше. К Сашке и Артему приставали. Те умоляли отстать от них, но бомжам все равно. Следующий день наступил. Бомжи хороший замок превратили в помойку. В гнилой цвет его покрасили и натравили толпы крыс. Разозлилась группа, очень разозлилась. И все матерятся себе под нос. Ну почему не сложилась в замке жизнь? Испортили им все бомжи. Где жить мы теперь будем? И уехала группа туда, где ей было бы комфортно. Идеально? Ну прям хорошо, прям вот. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Работают ли контропщики? Закончились. Я поворачиваюсь. Все, готов? Да. Артём, готов? Да. Все, давай. Итак, надо быть всем только коммунистами и все. Никаким ни либералам, ни консерваторам и не социалистам. Пошли они подальше все. Только коммунизм, только коммунизм, только коммунизм. Я коммунист, я коммунист и только коммунист. Те, кто не любит коммунизм, сами виноваты. К сожалению, во власти, кроме коммунизма, ничто не может править. Или вы любите коммунизм, или вы просто не нужны России. Я коммунист, я коммунист, и только коммунист. У меня среди политиков очень много.
именно Черненко, Горбачев, Обама, Трамп, а также и политики нашей страны: Толстой, Женин, Попов, Скобеева. Егор, да про Ленина и про Сталина, и про расправу над врагами СССР. Ой, блин, сейчас. И всегда пойте «Союз нерушимый, республик свободных». Ну как? Чудесно, да. Ира Клопс, ты. Сложно, это хорошо. Егор, а представьте, пожалуйста, участников своей группы. С удовольствием. Это вот дядя Фарш Евгеньевич играет на гитаре и бас-гитаре. А это Майлз Джокерович играет на барабанах. А я самый главный. Я отвечаю за тексты песни и за вокал. Кал какой-то. Тексты песни. Ну ладно, что мне... Это одна большая песня. Вы ее разбили на несколько треков. Ода. Я видел Аллаха, у него была юбка и черная кожа, крепкое тело и загадочный взгляд, а я любовался. Порошок и зеленая трава. Лукашенко подарил мне кувалду, Вася Пупкин покончил с собой, а я все смеялся. Порошок и зеленая трава. От веселья мой мир словно звезды, мои мысли плывут как облака, а я продолжаю. Порошок и зеленая трава. Как?
Отлично. Я прям молодцы. Прям хорошо получилось. Бог, порошок и зеленая трава. Встал. Все готово? Такой я. Вы мне изрядно раздражаете. Все готово? Идет видео? Да. Ты умеешь плакать, ты скоро умрешь. Кто-то пишет на стенах, он скоро умрет. У нее есть глаза, она скоро умрет. Скоро станет легко, мы скоро умрем. У него есть игрушка, он скоро умрет. Пахнет летним дождем. Егор, ты выучил? Ну, давайте попробуем. Давай. Новый год. Речь президента, вставший рано на рыбалку, Санек. Больницу Кащенко забросают гранатами, а Санек скажет бабах, баба-бабах. Рухнут больницы Кащенко по всей стране, и Санек скажет, да ё-моё, сколько же ее могут грабить или взрывать? Хотел Санек хоть в одну больницу попасть, а они все взрывались. Побежал Санек за грабителем, забрал у него все гранаты, надел наручники и в ментовку его. Следующая песня из нового материала, ну вы такую еще не слышали. Этот стих я написал, по-моему, в ноябре, когда гулял по Арбату, а ноги мои утопали в снегу. У меня замерзли ноги, снег попал за шиворот. Пока я обивал пороги, жена сбежала в Вышгород. Я жрал таблетки по утрам, мне становилось хуже. Небо порвалось пополам, пока я плакал в луже. Я жду, когда настанет день, а он мне смотрит вслед. Со старой шапкой на бикрень исполнил я последний минуэт. Красной молодежи авангард. Покинул спальные места, оставив брошенным бильярд и грозно крикнув от винта. Ну я жду. Я узкую точку. А между прочим, то запись идет. Да ну. Это не важно. Ту-ту-ту. Кстати, на каком моменте я пою? Ты поешь все куплеты, между ними делаешь небольшую паузу. И все. Да, тут никаких диалогов мы не ну, будем. Ну, 30 секунд. Или одну минуту. Маленький. Все, готово? Да, давайте попробуем. А каждый день рождения отвечал птица.
все силы убил его с одного удара. Коммунизм лучше и даром. В этот же день всем было лень. Пришел тот Майлз по имени Сокольник и попросил рассольник. Но я сказал, рассольника нет и ничего нет, кроме майонеза. Ладно, хоть опять не сломали. Какой-то меркоман. Как-то вылез я из своей грязной постели, хоть пожелтевшая подушка не давала встать, плачущие от сырости стены долго не отпускали меня. На улице метался визжащий ветер. Я подставил ему навстречу изможденное лицо. Он опалил его своим ледяным порывом. Разметал ветер мое больное худое лицо по мостовой. Улетели прочь любимый шар черно-зеленый. Слепые глаза мои, сопливый нос, губы и уши, очки и беруши. Сгинуло все в отчаянной пурге. Ветер затих. Наступила пауза, и лишь тогда я осознал, что вся моя жизнь была сплошной театральной паузой. Вы что-то тихо хлопаете, мне не нравится. Такой кадр с тобой сидит просто. А какие группы вас вдохновили? Гражданская оборона. Что еще? Егора Пизденевша. И коммунизм. Эта песня посвящается одному из наших зрителей. Давай, начинаем. Бежала лан по песку и прыгнул в море. Хочет совершить кругосветное путешествие. Встретиться с акулами, встретиться с дельфинами и наладить отношения. С кем? С рыбами. Ну все, хорошо. Так, дальше. Вася Пупкин. Алан. А, кстати, на каком моменте? Бля. Раз, два, три и начинаем. Да, а давай скажи это раз, два, три и начинаем. Раз, два, три и... Пошел Вася Пупкин, пошел Вася Пупкин за хлебом. Платит бабки, но продавщица сказала, не хватает денег, рыдает Васька. Денег найти не может, и на этом кончает жизнь самоубийство. Не сломал. Блин. Чё? А чё за Вася Пупкин-то? Чё за Вася Пупкин? А чё за Вася Пупкин так сзади? Я не знаю, блин. Герой какой-то сказочный. С какой сказки? Я не знаю. Он вместе с бегемотом провалился в болото. Вот. Популярная песня. Помните, не записали сейчас. Подожди. А теперь наша самая популярная песня. Артём, Санёк, Никита проникли в мой замок. Хотели посмотреть на трупы всех мертвых животных. Но вдруг, откуда ни возьмись, выскакивают перед глазами и Артёма, и Саши, и Никиты. Три бомжа! Но в итоге наша команда справляется с ними и калечит их. Артём сломал руку бомжом, Санёк ногу, а Никита забил своего бомжа до смерти. Ну, ладно. Так, теперь палата номер 78. Мы втроём гуляли по парку, пошли в магазин. Нам предложили купить в палку. Мы отказались, и нас ударили по голове. Мы очнулись уже в больнице Кащенко. Мы возмутились. Зачем нам палка? Для чего? Играть в гольф? Вот сами играйте, но мы любим хоккей. В темном коридоре психиатрической больницы разносятся крики обреченных. Они кричат «Порошок! Порошок!» Их сердца отчаянно стонут во мраке. Стены тесные, словно клетка, заключают унылых и больных. В комнате справа лежат заблудшие души, бывшие музыканты, которые уже ничего не сыграют. Охвачены гофманским синдромом, они содрогаются и вопят. Прикованные к ржавым кроватям, они уже не надеются сбежать отсюда. У стены лежит вампир-наркоман. Он корчит страшные рожи и кричит без устали. Ликантроп! Так, дальше враг народа. Ничего. Нога порвалась, тут все уснули, их всех надули.
враг народа. Тут птичек нету, есть только клетки. Все улетели со мной на север. Звонить не стоит, меня здесь нету. Здесь нету дверей, нет слова нету. Я враг народа. Я враг народа. Я враг народа. Прикладом в спину для силы духа. Удар по роже во имя правды. Конвой невинных идет все дальше. Вождь разберется, меня отпустят. Я враг народа. Я враг народа. Я враг народа. Тебя застрелят, ты не родишься. Людей здесь нету, есть лишь скелеты. Планета мертвых, мертва планет. Ты веришь в Бога, а Бога нету. Я враг народа. Я враг народа. Я враг народа. Я. Все, Егор, возвращайся. Все, так, бандану. Так, бандану наденьте. Сейчас будет самая ужасная песня из всех. Прям ужасная? Из всех ныне созданных. Орать как надо. Нет. Егор, вы что слышишь, что я ори, понял? Хорошо, хорошо. Артём, иди сюда. Нет. Он больной просто. Я больной. Так, все, готовы? Лоботомию. Ну что, ребят, что осталось-то? Да осталось только лоботомию сделать. А ну, стоять! Я не могу. Не, сразу не смог бы. Он это почесал просто. Коровы с ДЦП пасутся на лугах. Из-за угла за мной следит Аллах. Кол из уха лезет в мозг, а глаза заполнил воск. Бешеный огурец несется вслед за мной. Пустыня позади сменяется рекой. Трусы улетели на ветре восточном, и остались они в краю порочном. Водолазы в реке нашли кирпич. Стивена Хокинга сковал паралич. Вечную бибу сосал Тимофей. Плоды урожая таскал Кощей. Шашлык просветления сгорел на костре. Коммунисты пропали в своем же дворе. Два клоуна ночью искали коня. Ассоциация камни запретила меня. Тонет в озере долбобес. Мне в живот выстрелил Дантес. Обрушился каловый сталактит. В гости нас зовет трансвестит. Эластичная удавка, капроновое волокно, свежекрашенная лавка, офигенное окно.